Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Mobile Gameplay. Сегодня мы будем смотреть Король Атлантиды Аквамен. Вы знаете, что совсем недавно я открывал сундуки, мне не повезло, мне этот персонаж не выпал, и я вручную, по чуть-чуть, понемножку собрал фрагменты для того, чтобы открыть этого героя, ну, хотя бы на 3 звезды. Пока что это трехзвездная версия, и я планирую этого персонажа качать дальше. В принципе, когда я только продумывал, как я буду записывать ролик, я думал, что я скажу фразу, что в принципе нет смысла прокачивать этого персонажа на 3 звезды и дальше, но фишка в том, что этот персонаж для меня еще не до конца изучен, и это вот как нельзя кстати к этому видео подходит выражение «первый взгляд». Вот то, что бросается поперву, да, скажем так. Значит, пассивные способности, давайте быстро пробежимся. Первая пассивная способность называется «Цунами». 30% усиления урона спецприем 1, 60% усиления второго спецприема и 60% усиления третьего спецприема. Как это действует? Когда Аквамен использует спецприем, он получает увеличение урона до конца боя. Усиление суммируется максимум до 600%. Действует только в режиме рейда. То есть, обратите внимание, первая пассивная способность играет роль только в рейде. И тут первый же у меня вопрос по поводу того, как эта пассивка работает. Всего ли 600% все вместе спецприемы, а не более 600% увеличится, либо каждый в отдельности на 600% может увеличиться. Как это проверить, не совсем понятно. Я, если честно, не очень-то заметил это увеличение, но может быть пассивка всего лишь на 3-м уровне, и оно не работает так наглядно, как хотелось бы. Вторая пассивная способность – возмездие океана. Очень пассивная способность, это полезная. И вы понимаете, да, почему? Потому что она помогает нам воскрешать нашего Аквамена на 5-м уровне прокачки, при условии, если Аквамен умрет с полной шкалой энергии, то он возродится с полным ХП. Я думаю, это замечательно. Это очень ценная пассивная способность. И третья пассивная способность – воды жизни, восстановление здоровья на 6%. А, перепутал, боже мой, простите меня, простите раба божьего, грешника и так далее. Вот третья пассивная способность – это то, о чем я вам сейчас рассказал, а вторая пассивная способность – возмездие океана – отключает суперприем противника на 50 секунд и суперприем истощает 1,8 деление шкалы силы противника. То есть после того, как мы используем супермув Аквамена, происходят вот эти дополнительные штуки. Что по спецприемам? Тут, конечно, много всего интересного. Первый и второй спецприем, все понятно, он там усиляется, да, до 600%, но самое интересное кроется и тается в третьем спецприеме. Во-первых, это единственный на данный момент спецприем, который стоит целых 8 энергии, шкалы энергии, как это правильно сказать, ну, в общем, вы меня поняли. И фишка этого спецприема заключается в том, что помимо обычного урона от спецприема, эта атака уменьшает здоровье противника на определенный процент, максимум 3 раза за бой. Это очень важно, потому что некоторые пытаются более 3 раз сделать этот спецприем и возмущаются, почему же он некорректно работает. Все корректно работает, но фишка в том, что всего лишь 3 раза. Уменьшение здоровья не зависит от усилений критических, смертельных или урона. Уменьшение здоровья игнорирует защиту, но на эффект от атаки может влиять блокирование и пассивные способности. Вот как-то вот так. Значит, это, естественно, проще простого проверить в рейдах. Вы меня очень долго просили, чтобы я записывал первые взгляды на рейдах и вообще, в принципе, выпустил какой-нибудь ролик по поводу того, как же играю в рейдах. Наконец-то этот момент наступил, и далее будет вставка видео с рейда, который я записывал беззвучно и никак не комментировал в процессе того, как я дрался, потому что, ну, сложно как-то в рейде драться и комментировать одновременно. Поэтому следующая часть видео будет озвучено уже после того, как видео было записано, потому что во время рейда, как я уже и сказал, я ничего не комментировал, а был сконцентрирован максимально на бою, собственно говоря. Ну что, переходим ко второй части ролика, а после нее подведем итоги.
Ну что, вот это вторая часть ролика, которую я сейчас сижу и дублирую, потому что, как вы знаете, я в принципе не люблю записывать ролики по рейдам, я не люблю на стримах в рейдах играть, потому что как-то, ну не могу я параллельно говорить и играть, все-таки рейд это достаточно ответственно, и, как вы видите, я заблаговременно стал готовиться к рейду за несколько секунд, зашел, чтобы как-то там поднастроиться и так далее. Плюс ко всему, герой всего лишь трехзвездный, и понятное дело, что у него мало защиты, еще он не вкачан, не прокачан. Очень, конечно, не хотелось бы, и не хотелось, в принципе, чтобы его слили с первых тычек, и я не успел показать вот этот пресловутый третий спецприем, из-за чего, собственно говоря, этот Аквамен и есть крут. Я долго определялся, на кого же я пойду. В итоге я решил пойти на Капитана Холода. Ну, почему-то мне показалось, что этот персонаж, противник, да, ну, как-то самый лучший или один из лучших вариантов, на которых можно показать действия, в принципе, Аквамена. Команду я подобрал, как вы увидели, следующую. Это Бэтмен, Рыцарь Ужаса, который выступал, естественно, в роли танка. Power Girl, которую я взял исключительно из-за пассивной способности, благодаря которой затраты на спецприем у нас снижены на 2 деления шкалы силы. Ну и, собственно говоря, этот новый Аквамен. Сейчас я, конечно, буду по ходу боя пытаться комментировать так, как я это делал бы, если бы я играл вживую, но не знаю, насколько у меня это живенько получится. А здесь все хорошо работает, пассивная способность Бэтмена Рыцаря Ужаса в плане отражения, в плане начального оглушения. Пытаюсь набивать комбо-удары и, естественно, ждать, когда же накопится третий спецприем для Аквамена, чтобы его выпустить и увидеть первые цифры. Вот где-то вот тут уже очень скоро это произойдет, вот чуть ли не сейчас, да. И вот тут, друзья, начинается магия. Вы видели эти цифры урона? 582 тысячи за один раз. Я не говорю о втором ударе, да, который там засчитался, это все мелочи. Это основной урон от третьего спецприема. Вот еще раз вам. Но слушайте, но я просто в шоке, такого, конечно, еще не было. Пусть эта фишка работает всего лишь 3 раза, но она работает. Ну, серьезно, это персонаж, который очень сильно поможет новичкам, но при условии, конечно, если у них удалось достать его из сундука, потому что поначалу, конечно, очень сложно все эти рейды и так далее, а здесь герой всего лишь на 3 звездах может нанести просто колоссальнейший дамаг, колоссальнейший. Да, конечно, после того, как 3 раза мы использовали эту фишку, этот персонаж, но, мягко говоря, на вот такой стадии, которой он сейчас у меня есть, как вы видите, становится абсолютно бесполезным. 3700, ну, давайте до 4000 рублей, да? В принципе, можно, я думаю, это позволить себе сделать. Конечно, это абсолютно бесполезный и нулевый урон. Никакой пользы от этого нет. Тут я решил сделать супер мув, посмотреть на действие пассивной способности. Сейчас мы полюбуемся кинематографической частью супермува и посмотрим, насколько же пассивная способность работает. Да, действительно, спецприем в виде супермува у противника отключен. И знаете, что я заметил? Как выглядит пассивная способность в плане того, что урон от спецприемов будет усиляться на 600%. Это, в принципе, даже видно больше не по урону, который наносится, а потому что у Аквамена начинают светиться руки зеленым. Таким вот, видите, вот эта вот штука, руки зелененьким засветились. В плане урона я не заметил особых сильно отличий и увеличения после использования спецприемов. А скорее всего, здесь проблема в том, что персонаж всего лишь на 3 звездах, и спецприемы особо еще не вкачаны, не прокачаны. Все-таки я напоминаю о том, что это всего лишь первый взгляд, и здесь у меня была цель продемонстрировать вот эту самую главную фишку Аквамена в виде его урона от 3-го спецприема. Здесь мы смотрим на то, как выглядит 2-й спецприем, и, ну, в принципе, я думаю, все, что еще тут осталось комментировать, нечего, осталось посмотреть, конечно, только на финальные цифры урона, и, естественно, как вы понимаете, урон, который мы увидим в конце видео, это будет
урон, который нанес практически исключительно Аквамен. Сейчас мы увидели действие второй или третьей пассивки, не помню, какая она по счету, да, вот эта штука с оживлялкой. У нас там было всего лишь два деления шкалы силы, поэтому он ожил у нас с минимальным практически процентом здоровья, плюс ко всему пассивка еще не вкачана, но в общем как-то так. Давайте смотреть цифру урона. 1 733 000. Друзья мои, назовите мне хоть одного персонажа в игре на данный момент существующего, который на своих всего лишь несчастных трех звездах может нанести такой колоссальнейший урон. Урон просто нереальный. Но давайте, как я и говорил, подытоживать. Это, как вы понимаете, уже третья часть видео, уже после дубляжа. Что я вам могу сказать? Значит, герой, на мой личный взгляд, относительно и практически, наверное, бесполезный в плане использования его на арене, потому что все его очевидные плюсы и, возможно, небольшие минусы проявляются исключительно тогда, когда вы деретесь им в рейдах. Все три пассивные способности, в принципе, работают так или иначе, как заявлено, и пассивные способности, в принципе, полезны. Спецприемы, ну, первый и второй спецприем достаточно проходящие, так себе спецприемчики, а вот третий спецприем, собственно говоря, из-за этого король Атлантиды Аквамен и есть крут. Что вы думаете по поводу этого персонажа и удалось ли вам уже добавить его в свои ростеры, пишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение, потому что персонаж, ну, скажем прямо, достаточно неоднозначный. Почему, я уже, думаю, объяснил. Вот. Ну, теперь я жду вашего мнения в комментариях. И если вам понравился первый взгляд на Короля Атлантиды Аквамена, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить пальцы вверх, возможно, и вниз. При условии, если вам не понравилось, мне любая оценка важна. И нажимайте на звоночек, чтобы он вам звенел и говорил о том, что на моем канале вышел новый видеоролик. Удачи вам, любви и терпения, как говорил один из самых знаменитых ведущих СНГ. Все, пока. Пока.